платить по завышенным платежкам не нужно, министр. Полученные украинцами в январе платежки за газ с завышенными тарифами незаконные, поэтому платить по ним не нужно. Платежки за газ с завышенными тарифами, которые пришли потребителям в январе, являются незаконными, поэтому платить по ним не нужно. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рёва в эфире телеканала 112 Украина. При этом он уточнил, что речь идет о платежках абонентов, у которых не установлены счетчики, а газ используется для приготовления пищи. Все эти доплаты, которые незаконно начислили газосбыточные организации, не подлежат оплате, отметил Рёва. Он пояснил, что всего есть три группы потребителей. Первая – те, которые используют газ комплексно, то есть для отопления дома, подогрева воды и приготовления пищи. У них есть счетчики. Вторая группа – это те, кто использует газ для подогрева воды и приготовления пищи. У них почти на 75-80% установлены счетчики, утверждает министр. Третья группа граждан – это те, кто пользуется газом только для приготовления пищи. Это основная по численности группа населения, хотя она потребляет 6-8% всего объема газа, но у них нет счетчиков, подчеркнул Рёва. По его словам, газосбыточные организации насчитали потребителям доплаты незаконно, и они не подлежат оплате. Рёва также добавил, что в соответствии с законом и тарифом, который был установлен, в состав тарифа включена стоимость установки счетчиков. И, соответственно, газосбыточная организация обязана была поставить газовые счетчики потребителям. Мало того, как заявил министр, в случае осуществления оплаты по платежкам с повышенным тарифом, абоненты имеют право требовать возврата денег. Ранее «Нафтогаз» обвинил Министерство энергетики в завышении норм потребления газа для украинцев, у которых не установлены счетчики. Именно это, уверены в компании, привело к тому, что в платежках за январь суммы за потребленный газ выросли в несколько раз. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.